Итак, по счету 3 вы откроете глаза и никогда не будете испытывать угрызений совести из-за того, что вы сбежали с собственной свадьбы прямо перед ЗАГСом. Раз, два, три. Аркадий Семенович, вам из Америки звонят. Подойдете? Что, так и прямо из Америки? Соедини на мобильный. Девчонки, релаксация. Привет. Не узнал. Привет. Вот и сюрприз. Подожди, я выйду где потише. Мне надоело в прошлом плутать, так и дойду до точки. Время велело паспорт менять, и хочется новой строчки. Трусом я был лет 20 назад, а ты повелась на баксы. А может быть, но его твой грин-карт, и все-таки в пятью ЗАГСу. Я открою для тебя все границы, распахну я сердце и оставлю здесь. И на 14-й странице, на 14-й странице в новом паспорте место есть. И на 14-й странице, на 14-й странице в новом паспорте место есть. Я на тебе никогда не женюсь, как-то сказал с испуга. Но время прошло, и я признаюсь, нам нельзя друг без друга. Ах, хочешь, я снова вернусь в шоу-биз и вспомню свои аккорды. Их повторю, а ночью на бис нашей любви. Открою для тебя все границы, распахну я сердце и оставлю здесь. И на 14-й странице, на 14-й странице в новом паспорте место есть. И на 14-й странице, на 14-й странице в новом паспорте место есть. Я скоро! Ты на часы вообще смотришь? Нетерпение, милый! Ты с кем там разговариваешь? Терпение! Ты опять с этим композитором? Не угадал! Трусом я был лет 20 назад, а ты повелась на баксы. А может быть, но его твой грин-карт, и все-таки в пятью ЗАГСа. Я открою для тебя все границы, распахну я сердце и оставлю здесь. И на 14-й странице, на 14-й странице в новом паспорте место есть. И на 14-й странице, на 14-й странице в новом паспорте место есть. Страница в новом паспорте место есть. Укопник! Укопник! Сонечка, подожди минуточку. Хорошо, папа. Точно, укопник. Только не ешь.